Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Домициан. Тит Флавий Домициан, римский император. Ужасный деспот, опиравшийся в своей политике на сословие всадников и войск и ограничивающий влияние сената. В последние годы правления, оборванного насильственной смертью, расценивался современными ему писателями Ювенал Тацит Светоний Плиний-младший как безжалостный сторонник террора. Домициан стремился к укреплению дальних рубежей империи, особенно на Рейне, усилил контроль над администрацией провинции и сбором налогов, намеревался полностью разгромить оппозицию в Сенате с помощью казни и конфискации имущества. Жертвами террора оказались некоторые христиане и прочие оппоненты, так называемая оппозиция стоиков. Свидетельств широких гонений, приписываемых императору поздними последователями христианства, однако не существует. Но вот так вкратце о Домициане. Тит Флавий Домициан, римский император. Пока-пока, до свидания.